Пока в Москве на вопросы журналистов о судьбе государственной казны и мировой экономики отвечал Владимир Путин, в Иванове областные парламентарии принимали главный финансовый документ региона на следующий год. Последние поправки внесли буквально за несколько минут до начала заседания. Комитет по бюджету уточнял ассигнование положения в части установления компенсационных выплат получателям социальных пособий, в том числе ветеранам труда и детям, переданным в патронатные семьи. Все деньги изысканы, эти расходы будут проиндексированы. Точно так же, как дополнительные изысканное ассигнование на сельское хозяйство, и теперь мы в общей сложности почти 450 миллионов направляем. Изначально в проекте бюджета 25 было предусмотрено, 450 – это с учетом федерального финансирования, которое предполагается, 350 миллионов будут в дополнение к тем, которые заложены в проекте бюджета Ивановской области. Также увеличены статьи на спорт. Сумма 30 миллионов. Средства найдены за счет перераспределения расходов внутри бюджета, а также за счет выделения дополнительных источников. Принятый бюджет обеспечивает все расходные обязательства. Все социальные гарантии будут оплачены. Из регионального бюджета исключено финансирование организации детского питания для школьников 1-4 класса. Средства на эти цели теперь выделяют муниципалитеты. Объем составляет 125 миллионов рублей. Планировалось также приостановить индексацию отдельных видов выплаты пособий заслуженным работникам спорта, ветеранам труда, репрессированным ради экономии, но от меры решили отказаться. Но депутаты совместно с правительством нашли возможность и сохранили индексацию и на следующий год этих видов выплат. Она небольшая, но это такой вопрос этический. Поэтому 42 миллиона были изысканы для того, чтобы эту индексацию сохранить. Деньги, как оказывается, к деньгам. Федерация подтвердила, что при наличии финансирования из бюджета области средства поступят и из государственной казны. Так, на расходы по поддержке предпринимательства в регионе заложено 10 миллионов рублей. Дополнительно из бюджета страны будет получено финансирование на 200 миллионов. Печальные прогнозы на будущий год о провале в экономике и росте кризиса Виктор Смирнов не подтвердил. Мы исходим из того, что Министерство финансов сегодня подтвердило нам все позиции по финансированию с федерального бюджета. Соответственно, мы рассчитываем, что те расходы, которые определили для себя в Ивановской области, у нас есть чем финансировать при любых ценах на нефть. Что будет с индексом потребительских цен, будем смотреть, но в любом случае без поддержки не оставим никого из тех, кто имеет право на получение адресной помощи из бюджета. Это заседание было последнее в уходящем году. Областные парламентарии приступят к законотворческой деятельности после новогодних каникул. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.